Всероссийский день молодежи начался с экологической акции «Чистые истоки». Молодые активисты, участники форумов «Машук» и «Селигер» провели уборку на территории Сапицкой будки. Организатором выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта. Это ежегодная экологическая акция, которая называется «Чистые истоки». Мы ее проводим каждый год на День молодежи. Собираем активистов молодых, представителей республики, которые будут на Машуке и Селигере. Убираем Сапицкую будку, приводим в порядок экологическую ситуацию в республике, в городе.